Дежурную по станции Инская Ольгу Бочкарёва наградили медалью Героя труда Российской Федерации. Почетную награду жительницы Новосибирска в Кремле вручил президент России. Подробности в нашем сюжете. Железнодорожница из Сибири, писатель из Адыгеи, нижегородский судостроитель. Так начинались выпуски федеральных теленовостей. Дежурная по железнодорожной станции Ольга Бочкарёва среди 5 россиян, награжденных высшей государственной наградой. На торжественный прием Ольга Николаевна приехала с внуками. Бабушка – герой? Настоящий герой. Вот это мое рабочее место. Здание находится здесь, место рабочей дежурного по горке и место оператора сортировочной горки. На станцию Инская Ольга Бочкарёва пришла еще в 1981, в 19 лет. Работала, одновременно училась на заочном отделении Новосибирского техникума железнодорожного транспорта. Вся моя практически трудовая деятельность – это моя родная станция Инская. Почти всю жизнь, да. Инская – одна из самых важных сортировочных станций России. По сути, это транспортный узел, соединяющий Кузбасс, Урал и Среднюю Азию. На площади 800 тысяч квадратных метров 24 железнодорожных пути и больше 400 стрелочных переводов. Оператор должен проконтролировать, что вагон не вышел с повышенной скоростью или с уменьшенной скоростью, наоборот, не вышел. Вот это вот заключается работа оператора сортировочной горки. За смену за 12 часов формируется 25 железнодорожных составов. Для этого нужно распределить по путям почти 2000 вагонов. Раньше, когда Ольга Бочкарёва только пришла на Инскую, железнодорожники регулировали движение вручную. Сейчас это делают с помощью специальной компьютерной программы. Чтобы станция работала стабильно, без сбоев от оператора, требуется высокое мастерство. Ольга Бочкарёва свой профессионализм подтверждает уже десятилетиями. И это не осталось без внимания. Бочкарёвой Ольге Николаевне, дежурному по сортировочной горке станции Инская Западносибирской дирекции управления движением компании «Российские железные дороги», Новосибирская область. Дмитрий Иванов, Сергей Бабичев, Новости ОТС.